Всем привет! Начинается новый день. И сегодня он начинается вот с такого вот вида. Красота! А сегодня я решил пробежаться, но подумал, что будет неправильно откладывать посещение тех мест, которые я, ну, хочу посетить. Потому что каждый раз ты ищешь какое-то идеальное обстоятельство для этого. И тем самым, ну, откладываешь, переносишь. И в итоге, возможно, не все успеваешь сделать. Короче, если есть хоть какая-то возможность сделать то, что ты хочешь сделать, но при этом есть какие-то сомнения или обстоятельства еще не слишком идеальные, к черту сомнения и обстоятельства. Если есть возможность сделать, надо сделать. Поэтому мне настолько понравилось путешествовать по холмам, по Малхолланд Драйву, по холмам возле Hollywood Sign, что я понял, что я реально хочу изучить все холмы, все самые клевые хайки и трейлы, которые здесь есть. Вот, и появилась такая мысль совмещать это все с пробежками. Сегодня будет такой тестовый забег. А я, в общем-то, что сделал? Я открыл карту, и просто куда у меня взгляд упал в первую же секунду, туда я и отправился. Этот хайк находится в Глендейле. В принципе, это недалеко от того места, где я живу. Какой момент? Ох, как красиво. Просто я залипаю. Ну, безумно красиво. Вот, в общем-то, выбрал это место абсолютно спонтанно. Ткнул пальцем на карту, так скажем. И план какой? Я посмотрел приблизительный маршрут, по которому побегу. Он составит порядка 12 километров в одну сторону. Вот, но поскольку здесь холмистая местность, я думаю, что эти 12 километров дадутся достаточно тяжело, поэтому, скорее всего, забег будет в одну сторону. Да, именно забег, потому что, ну, я не просто хочу ходить. Я хочу бегать и при этом посещать те места, которые мне интересны. Это очень, очень крутая комбинация, на мой взгляд. Так вот, значит, 12 километров примерно бегу в ту сторону. Далее. По обстановке либо бегу обратно, либо уже иду обратно. По пути отметил, тут есть какие-то достопримечательности даже. Собственно, их буду посещать. И единственный нюанс, походу побегу, ну, реально побегу с бутылкой воды в руке. Либо, кстати, либо, может быть, я ее спрячу где-то в середине дистанции, чтобы на обратном пути ее подхватить. Потому что, ну, реально жарко. О, я нахожусь выше вертолета сейчас, полицейского. Ах, хорошо. Вот. Потому что что-то с бутылкой бегать как-то, ну, такое себе. Вот, соответственно, план какой? План не сильно упарываться, так скажем, поэтому в горке сейчас я бегать не планирую. Поэтому в горке идем. Как только более-менее ровная поверхность гладкая появляется, начинаем бежать. В общем-то, это забег не про скорость. Приложение, ну, на экран клаб я, конечно же, включу. Но с учетом того, что часть дистанции, возможно, надо будет идти пешком. И, ну, вот даже сейчас я от маршрута отклонился, потому что увидел какую-то интересную местность. И, возможно, я буду часто так делать. Короче, прогулка-пробежка в таком размеренном стиле. И наслаждение прекрасной природой, прекрасными видами Лос-Анджелеса. Ой, ну вот здесь, конечно, мусор. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это неожиданно. Это очень неожиданно. Зато какой вид прекрасный. Красота. Вот, значит, план такой. Сейчас идем вот туда. Поднимаемся на более-менее ровную поверхность. И бежим. Если реально будет бутылка в руке напрягать меня, значит, бутылку прячем и на обратном пути забираем. Потому что пробежать 12 километров по горам и потом еще обратно идти без воды,
это как бы норм, но я за комфорт, поэтому воду взяли. Все, наслаждаемся видом, делаем фото и двигаемся вот туда. Так, ну что, вот более-менее здесь вырисовывается какая-то ровная поверхность. Отличное место, чтобы начать забег. Почти сразу начался подъем на 600 метров примерно. Вау! Я его забежал с темпом 6.40. Офигеть. Сейчас спуск. Поэтому, скорее всего, это будет что-то типа интервальных тренировок. Бегу в гору тяжело, в большом пульсе, а с горы по прямой максимально спокойно, восстанавливая дыхание и готовясь к следующему броску. Тоже полезный вид тренировок. 3 километра и 20 минут тренировки пройдено. Ощущения крутейшие этой серии. Если у вас мало времени, но вы хотите хорошо потренироваться, пробегитесь по горам. Реально. По ощущениям, еще 2 километра в таком же режиме. И тренировку можно считать успешной. Вот, но у нас цель сегодня не прогресс, скорее, а достижение точки маршрута. До нее еще порядка 10 километров, поэтому я себе позволяю немножко пройтись по прямым участкам. Вот. И теперь я точно знаю, что мы будем останавливаться на всех достопримечательностях. Все это фотографировать, полноценно проникаясь этой атмосферой, параллельно устанавливая энергию для следующих свершений. Обожаю такие виды, когда ты идешь, и за горизонтом дороги видно только небо, и ты не знаешь, что тебя ждет за вершиной. А тут еще и на вершине, вдалеке, даунтаун, силуэты города видны. Наверное, на эту камеру не очень хорошо видно, но вот прямо там даунтаун красавец время стоит. 30 минут 36 секунд. Дистанция 4 километра 5 метров. Средний темп 7.38 за километр. Такие дела. И бежишь такой, а тут внезапно скамеечка. А? Красота же. Эта скамейка – это подарок этому трейлу, чтобы отметить 15-летие сервиса Бурбанка от Burbank Sunrise Rotary Club. Ну, в общем, вот этот вот Sunrise Rotary Club 15 лет, видимо, госконтракт исполняет, и вот подарил такую штуку. О, красота. Ну и, собственно, про что эта скамейка? Сейчас заценим. Оп. И даунтаун. А, только горячее. О, вот. Сидишь, любуешься на даунтаун. И только что понял, что воду я ни в коем случае не буду прятать на середине маршрута. Уже чувствуется необходимость пить, но план какой? Начну пить после 40-й минуты. В общем-то, это классическое правило всех забегов на длинной дистанции. После 40-й минуты надо начинать периодически пить. Если начну пить раньше, организм, ну, поймет, что вода поступает, начнет более интенсивно потеть, охлаждаться. Вот, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, запасы воды будут быстрее истощаться. А реально сейчас я понимаю, что 700 миллилитров на всю эту дистанцию, если его прямо, ну, бежать интенсивно, этого недостаточно. Поэтому сейчас больше стараюсь идти. Бегу только в крутые подъемы, именно чтобы тренировать, ну, силу мышц и, ну, резкость, скорость их сокращения. Вот. И, соответственно, после 40 минуты начинаю пить понемножку, вот, чтобы воды хватило на всю дистанцию. Я особо не упарываюсь, как я уже и говорил. Очередная достопримечательность.
Эта скамеечка отмечена на карте. И не зря. Потому что вид здесь очень даже не кислый. Эта штука называется Kid Memorial Chair. В честь кита. Память о ките. Вот, вот, кстати. О, я понял. Я это не то что понял, я это почувствовал. Когда люди уходят из этого мира, у нас традиция обычно какая? Что мы с ними делаем? Закапываем под землю зачем-то. В лучшем случае мы их сжигаем, но при этом снова закапываем под землю или складываем в какие-то шкафы непонятные, ну, я имею в виду прах. Ставим какой-то знак в виде креста или в виде надгробия, плиты какой-то. Вот. Более, я сейчас говорю чисто опираясь на свои ощущения, свои мысли, поэтому мое мнение может не совпадать с вашим. Более, так скажем, продвинутые жители, которые прошли на следующую ступень и переродились в этом мире уже на более высоком уровне, они сжигают, ну, они прах распыляют по ветру. На данном этапе я считаю, что это самая клевая тема, когда твой прах реально на какой-нибудь горе, желательно, чтобы это была гора. У меня вот прям, я представляю, что это огромный обрыв, вот такой обрыв, только там море. И ветер дует в сторону моря, и ты распыляешь этот прах, вот, и он улетает в море очень, ну, очень так красиво, эпично. А памятники? Ведь не лучше ли вместо какой-нибудь плиты дорогущей поставить для людей вот такой вот замечательный диван, где уставшие путники могут перевести дух, полюбоваться прекрасным видом и так или иначе подумать о прекрасном ките. Я не знаю, кто это. Может быть, это даже девушка. Я не знаю, что у него за история. Но я знаю, что сейчас моя энергия соединяется с его... Мурашки прям аж до колен пошли. В этот момент, когда я думаю о нем, наши энергии так или иначе соединяются. И не это ли самое достойная, самая весомая память и благодарность человеку от близких ему людей? Не это ли? Какой у меня мощный инсайт сейчас произошел. Все-таки как важно находиться выше уровня, так скажем, вибраций города. Здесь совсем по-другому работают мысли. Я буквально перед тем, как дойти к этой скамейке, записал список тех задач, которые я планирую реализовать, которые я реализую в этой моей поездке в Лос-Анджелес. Это потрясающее ощущение. Совершенно по-другому работают мысли, совершенно по-другому мысли приходят тебе в голову. Это божественно. И, кстати, сейчас наконец-то самое время попить немножко воды, потому что уже прошел час. Надо начинать пить, потому что губы так немножко уже пересыхают. Вот, будем пить воду и чувствовать прекрасного человека по имени Кит. Наконец-то открылся вид. Почему наконец-то? Смотрите, открылся вид на те горы, откуда я пришел. О, я все выше и выше поднимаюсь. И здесь вот буквально минуты две назад наступила прям такая тишина. Если раньше был слышен шум аэропорта, самолетов, какой-то в целом гул, то сейчас только звуки природы. Какая интересная штука. Вот, это очень интересное ощущение. Что это интересно такое? Какой-то, может быть, сигнальный. Интересно, что здесь было. Флаг, может быть, какой-то сигнальный.
на замке. Интересно, сколько загадок. Даунтаун, знак Голливуда. И, соответственно, где-то там мой дом. Средний темп 10.02 за километр. В общем, судя по среднему темпу, я эту тренировку в Nikeran Club загружать не буду, потому что, ну, это совсем такое читерство. А, по факту, навряд ли я больше буду бегать сегодня. Вот. Потому что я прошел чуть меньше половины пути, в одну сторону только. Соответственно, как минимум дойду до конечной точки, а дальше уже приму решение, бежать или нет. Но тренировку, да, выгружать не буду. Но благо у меня есть Strava, которая позволяет записывать трекинг по разным активностям. И я в начале подъема поставил хайкинг. Так что Strava покажет то, что надо. И максимальный подъем, и дистанцию, в общем, все будет по науке. Плюс в Страве есть новый челлендж. За месяц надо подняться или забежать, я вот не помню, на высоту 2000 метров. Поэтому работаем над этим. Так, поднимаемся еще выше. Еще одно. Одно мемориальное кресло. Вон там даже ящерка чилила. Под ним. Так, чтобы найти, где я. Мне нравятся вот эти вот знаки. Очень хочу знать, что где-то есть вода в ближайшем доступе. Такая опция еще есть. Посидеть в тенечке под прекрасно пахнущей, не знаю, как назвать, пихтой или что это. О, как она пахнет. Потрясающий запах. Скажу так. Периодически посещают мысли о том, ну, начинаю так себя, вот эта бабочка за мной летает уже минут 10, наверное. Ну, либо тут просто много таких бабочек. Посещают мысли о том, что про борьбу за выживание. Иногда думаю о том, что так, окей, если энергия меня покинет, воды будет недостаточно, что делать? В принципе, в этом случае просто спускаюсь с гор, иду в ближайший магазин, напиваюсь водой. Вот, еду на такси до машины. Это, ну, в общем, такой план Б. Вот, но пока что придерживаемся плана. Более того, еще делаем ответвление от маршрута. Вот, например, как сейчас. Увидел красивое место и свернул немножко в сторону, чтобы пройти посмотреть. Причем видно, что за парком, ну, относительно ухаживают. Здесь по всему периметру посажены новые саженцы вот этих пихт. Рядом с ними воткнуты флажочки, чтобы мало ли на них никто не наступил. Вот, также поставили подпорку под этот вот, под эту тяжелую ветку, чтобы она не сломалась. Как бы высоко ты ни поднимался, всегда будут горы, которые есть выше. Вот я сейчас смотрю впереди какие-то горы, и там огромное количество антенн. Конечно, интересно туда тоже забраться. Вот, а справа от меня какие-то сооружения, ну, эти башни антенны. Вот, и там что-то я вижу вдалеке, такое похожее на биотуалет. Значит, возможно, там идет вахтовая служба. Значит, там должно быть достаточно воды, потому что это для меня сейчас самый главный вопрос. Я прошел половину пути в одну сторону, осталось, ну, примерно половина бутылки. При этом пить уже, ну, достаточно так, ну, хочется. Вот, и мысль, конечно, сейчас найти место, где есть вода, просто дико опиться, вот, и заправить бутылку, а то и стрельнуть вторую. В общем, ладно, сейчас отдыхаем, набираемся энергии и двигаемся вот в ту сторону. Так, тут хоть и есть следы цивилизации, но людей здесь пока я не видел. Точнее, я вдалеке где-то видел гуляющих людей, но сотрудников этих станций нет. А, соответственно, миллилитров сколько тут? 350 есть. А, вот там вот, где горы, это, собственно, наша точка маршрута финальная. Напоминаю, изначально план был добежать до туда и потом пройтись обратно, уже любуясь всеми достопримечательностями. Но на данный момент план такой: дойти до туда, дальше найти воду и дальше уже решить, идти ли обратно
или спуститься уже в город и доехать на такси до машины. Еще один нюанс. Сейчас, правда, гораздо лучше стало. Видите, как падает тень? Я все это время иду, в общем-то, правым боком к солнцу. И, в принципе, я достаточно уже так загорел, адаптировался к солнцу. Но все равно, вот прям чувствую, уже начинает немножко припекать плечо. Кеды. Да, начинает немножко припекать плечо. И так уже стараюсь максимально, где есть тенек, идти в теньке. Что еще? Еще уже прям такое состояние, что, допустим, вижу красивое место, но к нему надо пройти. И думаю, ладно, издалека на него посмотрю. Уже прямо, каждый свой шаг, так рассчитываю. Вот. Не то чтобы я именно, дико устал и все такое. Скорее я больше за воду беспокоюсь, потому что как там на тех холмах будет хотеться пить. Так бы, в принципе, теоретически, если бы еще неограниченное количество воды было, а еще и лучше электролитиков, то бы точно бы еще бы тут пробежался. Кстати, да, сегодня точно будет прием электролитов, потому что пропотел уже так не кисло. Вчера смотрел интересное видео как раз про соли, и объяснялось, там рассказывалось, почему наш пот соленый. Раньше я думал, что просто из пор как бы выходит всякие шлаки и все такое. На самом деле все намного грамотней природа сделала. Мы потеем, и вместе с этим выходит соль. Почему? Потому что если соль будет оставаться у нас в организме, в крови, то она будет очень сильно притягивать воду. Соответственно, эту воду она будет притягивать из внутренних органов и так далее, и так далее. Короче, кровь будет жидкая, потому что, будет много воды. Но вот наши внутренние органы, они будут, подсушенные, так скажем. А это не очень круто. Понятно, почему. Поэтому, собственно, чем больше мы отдаем воды, тем больше мы отдаем соли, чтобы наш кровоток не отнимал воду у внутренних органов. Все очень просто показывали. Они брали стакан обычной воды и стакан соленой воды и клали туда кусок картошки. И там, через какое-то количество времени вытаскивали этот кусок картошки и взвешивали. Так вот, тот кусок картошки, который был в соленой воде, он стал весить гораздо меньше, потому что он отдал всю свою воду. Той соли, которая содержалась в воде. Я, если честно, поначалу думал, что будет наоборот, что соль впитается в картошку, и картофель станет тяжелее, но реальность оказалась немножко другой. Да, и здесь, кстати, достаточно натоптанная, наезженная дорога, а тут следы вижу то ли горного велосипеда, то ли мотоцикла, следы машин, следы какого-то трактора. Не какого-то, а там вот, где эти были вышки с антеннами, там стоял огромный грейдер. Видимо, на нем тут периодически завалы, размывы расчищают. Следы вижу. В общем-то, место достаточно обетованное, но время, видимо, я выбрал не самое такое топовое, потому что сейчас реально час дня. Час дня, солнце как-то в зените. Реально практически нет тени. Поэтому я так очень радуюсь, когда я поворачиваюсь к солнцу спиной. Ладно, продолжаем движение. Не прошло и 10 минут, я все-таки решил обезопаситься немножко от солнца. Накинул на себя шорты. Заодно так и прохладнее ногам, и ноги подзагорят, а то уже тут начал образовываться шорточный загар. И вы чувствуете, какая интрига, какое вообще... эхо. Еще какое эхо. Класс, только что эхо было классно. Посмотрите, как красиво. Вы чувствуете, какая была... красиво. Чувствуете, какая интрига, какая вообще... Остросюжетный сериал развивается прямо у вас на глазах.
подкину масло в огонь, я сейчас иду и думаю, интересно, пописать или нет. Потому что в целом хочется, а с одной стороны думаешь, так, окей, я, ну, как бы пописаю, я отдам воду. А с другой стороны думаешь, но и я ведь отдам и соли, потому что, в принципе, ну, с мочой у нас как раз выходит соли и все такое. Вот, но думаю, что нет. Думаю, что пока я не увижу достаточное количество воды перед собой, я не буду этого делать. Вот. Значит, сколько тут? Ну, миллилитров 300 еще осталось. Сейчас еще попью. Вот, идти еще так порядочно. Итак, мы наконец-то тут перешли на левую сторону горы. Здесь кое-какой тенек все-таки есть. Иногда даже бывает момент, когда ты с головой уходишь в тень. И это божественно, просто очень классное ощущение. В пути мы уже до 2 часа 30 минут, но по факту, когда я делал остановки, я останавливал приложения все. Поэтому фактически я думаю, что где-то за 3 часа мы уже ходим с вами. Вот. Ну и, конечно, за 3 часа выпить меньше литра воды, такое себе. Я не об этом. За 3 часа мы прошли 13 километров 300 метров. Соответственно, ну, а я пробегаю 12 километров за час. Вот. То есть, в принципе, когда я планировал маршрут сегодняшний, я измерил дистанцию, у меня получалось что-то как раз-таки порядка 13 километров. Ну, очень грубо я измерил. Ну, я и подумал, ну, окей, отлично, чуть-чуть пробегу, чуть-чуть пройду. Типа, как раз там часа полтора займет прогулка. Наивно полагал, будет хороший опыт теперь на будущее. Потому что тут горная дорога, сами видите, она как бы не прямо идет, а по сути дела в полтора раза увеличивается дистанция, потому что ты виляешь. Так что здесь, наверное, объективно дистанция все километров 20, то и 21. Короче, полумарафон мы сегодня прохайкаем, как минимум. Вот, что еще? Да, как только я вам сказал, что не буду писать, пока не увижу много воды, буквально через минуту я такой, да ну его к черту, короче. В общем, сходил в туалет. Не знаю, ну, как бы стало легче морально. Вот. Воды остается, сколько здесь? Ну, миллилитров 200. Где-то еще раза два попить. Вот. Так что сейчас буду стараться поменьше говорить, потому что, когда говорю, чувствую, как рот начинает сохнуть. Вот, после каждого выхода в эфир, так скажем, сразу приходится пить, потому что, ну, реально во рту пересыхает. Вот. Прошли где-то две трети пути, так что, благо, солнце уже немножко перевалило на одну, на ту сторону, на противоположную. Вот сейчас, например, идем в теньке, так что дорога стала полегче. Вот, пока апдейты такие. Ну что, воды осталось миллилитров 150. Тут, наверное, на один хороший или два сдержанных глотка. Но самое важное то, что мы подходим к той точке, которую я обозначал на карте как финальную, до которой я планировал добежать, добраться, так скажем. И после этого уже принимать решение, значит, какой дальше план. Собственно, сейчас этим и займемся. Подходим к этой точке, любуемся видом, принимаем решение, пьем воду и двигаемся дальше. Вот такая тема. Все серьезно. Ну а здесь антенны. Долго тут тусить не будем. Так, ветерок надо, шорты главное не потерять. Да, возле антенн долго тусить не будем, короче. Сейчас посмотрим, что здесь. Какой вид прекрасный. И далее по плану. Ура! Итак, план, в общем-то, простой. Самой кратчайшей дорогой спускаемся к городу, берем Uber или лифт и двигаемся к машине. И, конечно же, когда будем понимать, что уже скоро спуск, допиваем воду и кайфуем. Я уже видел одного человека, который мне навстречу шел. Вот, но он был совсем далеко,
Ну и как-то пока еще я не в таком убитом состоянии, чтобы просить у него воду. Вот, поэтому, судя по всему, нам вот туда. Я начинаю радоваться людям. Встретил парня и девушку. Они поднимались, но у них не было с собой воды. Возможно, это и хорошо. Иначе бы моя вежливость, мои инстинкты бы затмили мою вежливость. Я бы так или иначе выпросил у них воду. Вот. Впереди тоже у человека воды нету. Но радуюсь, что здесь уже есть люди. И радуюсь, что мы уже практически спустились. На самом деле спуск реально непростой. Он очень крутой. Постоянно идешь вниз. Из-за этого, во-первых, очень маленькая скорость, а во-вторых, очень большая нагрузка на колени. Ну, то есть мелкими шажками такими идешь, и колени прямо, ну, чувствуются как нестандартная для них нагрузка. Но, надеюсь, тоже хорошо. Надеюсь, не переборщу. Нужный объем дам, чтобы связки, ну, окрепли, привыкли работать под таким углом. Тоже полезный скилл. Вот, воды осталось реально на полглотка. Я его сделаю тогда, когда увижу прямой спуск к городу. Вот, пока что я вижу вот ту полочку. Вот, и, скорее всего, за ней уже будет тот самый спуск. Поэтому, возможно, там будет долгожданный завершающий глоток. Все по классике. За одним прекрасным видом открывается второй прекрасный вид. И точка, которая, казалось, является финальной, перерастает в промежуточную. Так, вот там уже... Ну, там-то уж точно финальная, если уж там скамейки стоят. А вот там большая асфальтовая площадка. Я когда планировал маршрут, я думал вначале поехать с обратного конца. Я думал как раз доехать до этой площадки и оттуда стартовать. Так что... О, я спокоен, воду пока не пью. О, это то, что мне сейчас нужно. Еще бы добавить треугольничек со словом drink. О, это было бы идеально. И питьевой фонтанчик сюда поставить. Да, это прекрасное место, но когда ты полон энергии. Да и сейчас это прекрасно, но... А на самом деле вот это текущее состояние, оно не дает сконцентрироваться, помедитировать, подумать о чем-то великом, глобальном. Как я и говорил в начале маршрута, да, я начал писать цели и так далее. Сейчас нет, сейчас ты думаешь только о дистанции, о том, как ты идешь, о том, как ты дышишь, сколько тебе надо пить. Вот, поэтому делаем фото, будем на фото вспоминать все эти прекрасные места. Офигеть! Офигеть! Я сейчас, знаете, какое ощущение словил? Я четко понял, что это то самое место, которое мне в моем сне снилось. Я этот сон помню очень четко. Это были какие-то сумасшедшие аттракционы, причем это были аттракционы как бы в небе. То есть я был где-то в городе и увидел в небе аттракционы и такой, вау, круто, надо прокатиться на них. И, короче, начал кататься, и вот это место я прям очень четко запомнил. Блин, ну это вообще, ну вау, потрясающе. Больше не буду, оставлю все остальные эмоции сейчас при себе, потому что все, воды больше нету, вся вода во мне, и не хочу, чтобы особо рот пересыхал сейчас. В общем, спускаемся и вызываем такси. Так, на мне уже шорты, а все почему? Потому что мы вышли на дорогу. Так, красная финишная линия. Мы финишировали. Ура! Ура! Отсюда нас заберет Uber или Lyft. Потому что они мне еще на днях прислали скидочки. Так что, ладно, сейчас вначале закажем, потом будем радоваться. Бутылка вон как сплющилась с момента спуска. Так что все серьезно. Вообще, да, с этой стороны отличное место для того, чтобы начинать хайк, потому что тут очень крутой подъем, и, ну, реально его очень прям по кайфу на свежачке преодолевать, а дальше уже идти по относительно прямым
холмам и любоваться видами. Так, ну здесь интересное место. Тут, наверное, есть какой-то питьевой фонтан. Сейчас здесь немножко совсем пройдусь. Да, это, вот. И поищу воду. И после этого, в общем-то, двинемся на такси к нашей машине. Я прямо чувствую, как все инстинкты обострились. Если я где-то услышу журчание воды за километр, я его точно услышу. О май гад, я вижу туалет. А штука в том, что... О, это питьевой фонтанчик. Это же питьевой, мать его, фонтанчик. О, да. Все, короче, ребят, я на полчаса отрубаюсь. О, как! Это самая лучшая награда за сегодняшнее приключение. Спасибо тебе, Калифорния, за то, что делаешь такие вещи. Ну что, пойдем обратно? Да, и только я хотел сказать, что я оставил кошелек, паспорт в машине, чтобы не утяжеляло мою сумку. Поэтому воспользоваться автоматом я не могу. И сразу же увидел этот замечательный питьевой автомат. Фух. Все, я тут минут на 15 точно залипну. Просто не хочу отсюда отходить дальше, чем на 5 километров. Давай, 500 метров. Так, новый челлендж. С водой разобрались. А теперь осталось с интернетом разобраться. Вроде показывают, что сеть есть, но... Но нифига он, короче, не ловит. Вот. Так что сейчас буду двигаться прямо по дороге и искать место, где сеть более-менее схватится. Ну вот. Так что так. Но зато хотя бы уже с водой вопрос решен. Приехали к точке, с которой все и начиналось. Повторил ли я бы еще раз это приключение? Конечно, да. Советовал бы я себе поспать? О, да. И посоветовал бы я вам его? Однозначно, да. Это очень круто. Единственное, что позавтракайте все-таки. Я не завтракал, я, в общем-то, как проснулся и пошел. Хорошо позавтракайте, возьмите с собой воду и, наверное, возьмите с собой еще изотоника какого-то. Ну, либо в порошке каких-то солей. Ну, и, может быть, там шоколадку чисто перекусить. В общем, короче, ну, и, наверное, лучше это делать, начинать не с самого утра, либо совсем рано, вот, либо после уже обеда, чтобы солнце все-таки так не пекло. Одевайте головные уборы. В общем, реально, солнце, вода, все то, о чем вам надо подумать. Естественно, удобная обувь. Ни разу не пожалел, что одел беговые кроссовки. Я очень их люблю, берегу. Вот, долго думал, одевать их или нет, но все-таки надел. Вот, ни разу не пожалел. Вот. Ну, конечно, вода. Вот моя красавица стоит. Там меня ждет уже такая прям хорошая вода. Кстати, эта вода, вот, которая, ну, водопроводная, она вообще отличная. То есть я даже когда напился воды, я вот ее сейчас пью. Сейчас, на всякий случай, еще раз контрольный. У нее потрясающий вкус. То есть, да, есть такой немножко привкус, так скажем, такого, ну, не водопровода, но чувствуется, что она где-то там по трубам бежала. Вот, но, блин, не сильно она и уступает такой покупной воде. Вот, короче, все, ладно, хватит говорить, попью сейчас хорошей водички, двинусь домой, позавтракаю, вот, и буду восстанавливаться.